Золотопромышленников республики собрал тематический форум в Алдане. Участники обсудили проблемы, с которыми сегодня сталкивается отрасль. С докладами выступили руководители предприятий. Они также подняли вопрос о создании союза золотодобытчиков. Обо всем подробнее расскажет Татьяна Вахнина. «Золото Якутии. Современность и пути развития». Так звучала тема межрегионального форума золотопромышленников республики, прошедшего на базе Алданского политехнического техникума. Проведение форума инициировала торгово-промышленная палата Якутии. В обсуждениях принимали участие члены правительства республики, ученые, сотрудники Минобразования и руководители золотодобывающих предприятий. «Дело в том, что наши руководители золотодобывающих предприятий себя чувствует все-таки разрозненно. И потребность создания союза золотопромышленников, она давно назрела. Такой союз есть в России, есть такие союзы и на Чукотке, и в Магаданской области, и в других субъектах. Проблем, стоящих в отрасли сегодня, немало. Касаются они не только объемов добычи и разработки новых месторождений. Прежде всего, имеющие место сложности заключаются в несовершенстве законодательных механизмов. Это и неустойчивая нормативно-правовая база, совершенствования которой, в общем-то, входит в сферу, прежде всего, законодательных органов как субъектов Российской Федерации, так и страны. Кроме того, естественно, проблемами является и, так сказать, определенные нестабильности в промышленной политике Российской Федерации, которые вызваны как вызовами внешними, так и внутренними вызовами. Да? Работа форума, собравшего более 60 человек, проходила в течение дня. Руководители добывающих предприятий выступили с докладами, отразившими положение дел в отрасли в целом. По мнению промышленников, учреждение союза позволит решать ряд вопросов более продуктивно. Ну, я думаю, что такое собрание, ну, возможно, конечно, выявить какие-то ряд проблем, и, наверное, не только наши, есть и у других проблемы, как-то сконцентрируются на решении этих, соответственно, найдутся там пути этого решения этих проблем, и, соответственно, они будут, наверное, решены. Наверное, я думаю, это правильно, и надо собираться, и обсуждать, и принимать решения. В качестве базы форума Алданский политехникум был выбран не случайно. 3 года назад руководство учебного заведения инициировало создание республиканского золотодобывающего кластера. Таким образом, Алдан является не только флагманом золотодобычи, но также координационным центром отрасли в Якутии. По итогам форума участниками была принята резолюция о создании союза золотопромышленников республики. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.